По традиции, наши многоуважаемые родители приготовили для вас подарки. В этом году я вам хочу пожелать самого всего наилучшего, чтобы выросли такими же крепкими парнями, дисциплинированными в первую очередь, слушаясь родителей и никогда не болели. Здоровье сейчас самое важное для нас. Так, первый у нас Ли Адам. Идем, похлопали быстренько. Адам, это подарок от родителей. Слушайте всегда их внимательно, понял? И всегда дисциплина, чтобы была на высшем уровне. Лучший подарок. Похлопали еще раз. Следующий у нас. Так. Цой Доминик. Похлопали. Дальше у нас Амина. Идем.